планировку, давай, да. Давайте я говорю, хорошо? Еще. Нет проблем? Нет. Подали перечень документов, подали. Значит, пункт 7 этого наказа говорит, допоміжні приміщення передаються у спільну сумісну власність громадян, одночасно з приватизацією ними квартир, будинків, жилих приміщень у гуртожитках, кімнат, комунальних квартир безоплатно і окрема приватизація їм підлягає. Це коридорного типу? Ні. Це общее враження для всіх. Есть коридорным и блочным, есть помещение общего користования. То есть место общего пользования, но никому не... Вот этим седьмым пунктом поставлена точка во всех ваших этих, вещах, которые вы говорите. То есть приватизировать общие нельзя, они должны быть. То есть на основании этого единственная возможность – это реконструкция. Так, и второе. Виновником всей этой ситуации, я считаю, это управляющую компанию, которая занималась этими всеми вещами. Ну, то есть, в частности, КП «Гуртожитки», та, которая создала этот прецедент. Это мое личное мнение.